Глава Одинцовского округа Андрей Иванов принял участие в высадке деревьев на территории собора святого великомученика Георгия Победоносца в Одинцово. Мероприятие прошло в рамках областной акции «Наш лес, посади свое дерево». Вместе с руководителем муниципалитета в акции принимали участие священнослужители, депутаты единороссы, прихожане храма и волонтеры. Новые деревья создадут естественный шумозащитный экран, когда вырастут.